Так, короче, прокопал в левую сторону. Дальность прорисовки у меня, конечно, не самая лучшая, но там лава и все. Может, нам надо было вообще в другую сторону копать? Но пока копаем туда, продолжаем, так как ни справа, ни слева ни хрена нет. А в другую сторону мы с тобой копали. Там более неблагоприятная атмосфера была. О, корова. Марио. Так, 7 факелов осталось. Ну, а теперь это с Марио. Мне кажется, нам повезет. Это корова удачи. Ты что, упал в лаву? Потуши меня. Нет, каким образом? Молоком? Не знаю. Молока хочешь? Ты его выпил. Не знаю. Ну, извини. Что-нибудь сделай сам. Я хотел как лучше. Все, я в порядке. Не переживай. Ну что, в какую сторону? Не знаю, я за киркой. Металла нет, ничего сделать не могу. Мне надо возвращаться. Могу деревянную сделать. Да какой в этом смысл? Я могу и каменную сделать. Только выпусти меня назад, пожалуйста. О, курочка. Луиджи. Назад. А как ты, не выйдешь, что ли? Нет, тут камень. Светло, наши глаза режут. Так, здесь утопленники, наши любимые ребята, лучники горят. Много событий произошло. Армия наших псов, огромное количество всевозможных животных. Как классно снова их всех видеть. Вспомните, как выглядело наше убежище в самом начале, а теперь это просто королевство. А вы говорили, не верили, что мы добьемся чего-либо. Да мы готовы горы свернуть. Ай, бьют, бьют. Что-то я пса, по-моему, убил случайно, я слышал. Как кто-то скубил. И теперь они все рычат на меня, потом... и смотрят. Да ладно, песики, спокойно. Пока ты не умрешь, они, короче, не успокоятся, Саня. Но они сидят они тебя на месте. Но это ты же их посадил. Ну просто если я их буду, например, размножать, подниму, они могут на тебя наброситься. Даже если я перезайду, если мы все обиды попробуем забыть. Пока ты не умрешь, да, сами они этого не забудут. Сам зомби взял просто в заложники пса, я что, виноват? Он им прикрывался. Ну что, надо было, поэтому надо было сдаться, сами лучше сдаться, чем сдаться зомби? Да. Я не могу так поступить. Я никогда не сдаюсь. И морковь тоже возьму. Потому что мне кажется, мы там еще надолго. Есть такое ощущение. Блин, если псы кусали хотя бы зомби, когда он мимо проходил, как в Tower Defense. Да стой, я же специально закрыл. Так ты же не сказал ни слова, откуда я мог знать. А еще что ты появился так просто, непонятно откуда. Подожди, а зачем ты вообще сюда копаешь? А ты посмотри, что там, и поймешь. Лава. Блин, вот это копатель сотого левела побежал бриться. Смотри, не нарвись на лаву. Я нашел твоих друзей. Ну, сатых? Ну нет, кольца у них в ноздрях. Но он здесь один, так что никто не увидит. Военное преступление в конце концов не преступление, если никто не увидел, верно? Да тем более у него оружие, все видели, он направил на нас ствол. Так что здесь никакого преступления не было. Спустимся сюда, да? Да, получается. Как думаешь? Не строй же мост просто так, когда здесь земля практически под ногами. Блин, Саня, ты говно кусок. Что такое? Что такое? Ты такой... Все, я все свои вещи потерял, прощай. Серьезно? Да. А что произошло, да? Да ты прошел спокойно, а там оказалась небольшая яма такая в три блока и... Ну, у тебя было что-то сверхценное. У меня кирка была эффективна. А как ты упал вообще здесь в лаву умудрился? Вот здесь дыра, что? Ты посмотри. А, да, все, вижу. Прямо идеальное отверстие. Не знаю, ну, как я прошел, но, видимо, я в рубашке родился. Закрою. Так, блин, я говорил, что плохая идея гулять просто так. Надо было строить этот самый... Тоннель. План тоннель. А ты отклонился от плана тоннеля и вот поплатился. Сказал, прогуляемся. План тоннель. Я такого не говорил. Я всегда говорил, план тоннеля и ни в коем случае не отклоняться. Пес в истерике бегает. Видимо, тот, которого ты ударил. Вот кто-то ударил его. Ну, я же говорю, ты. Что я? Ты ударил пса. Нет. Ты что? Я же не зверь какой-то. Я животных не бью, только женщин и детей. Ладно, извините, я никого, конечно, не бью.
Но этого маленького свиненыша нужно прирезать. Ты же не про меня? Тут маленький свиненыш из этой партии, так сказать. Потому что он вырастет и отомстит за отца. Мы его отца убили. Надо его добить. Маленький ублюдок, стой, иди сюда. Теперь он не отомстит. Но вы видели кино любое? Там обычно маленький малец вырастает, извините за тавтологию, и затем мстит за отца. Еще один свиненыш, откуда они берутся, блин? Он наш тоннель пробрался, маленький ублюдок. Готов. 21 уровень. Шансы есть, убрать. Шансы найти крепость всегда есть. И мне кажется, мы ближе и ближе. Сейчас мы довольно хорошо пробурились, забурились. Значит, и пространство мы преодолеем достаточно продолжительно. Но отсюда выливается то, что крепость может быть здесь. Вот уже угнетающая музыка начинается. Начинается эмбиент. Это все потому, что мы приближаемся к крепости, которая вот-вот покажет свое лико. Слышишь? Она же плачет. Опа! А это что я тебе говорил? А я тебе что говорил? Че, серьезно, нашел? Конечно, блин, мне всегда можно доверять. Все, теперь прекрати там копать, теперь копаем вот сюда. Ну, я хотел. А нет, слушай, не совсем. Ну, короче, ты видишь, да? Выше надо. Так, ну что ж, господа, найден был. Легко, легчайше. Пару часиков, и мы уже здесь. Организовываем подъем. Сейчас унижаем всех, кто здесь находится. Фармим теплотрубки. Слайм на меня как-то смотрит. Не понравился я ему, похоже. Так, ну и забираем то, что нам полагается. Захватываем землю, продолжаем грабить, убивать. И за счет этого обогащаться. Это исторический процесс, можно сказать. Так уж сложилось. Убивать. Одна палка есть. Теперь ждать, пока этот шмальнет. Ай! В меня попадет. Получил достижение. Изи. Да, но это было не больно, честно говоря. Жду опять, пока он шмальнет. Да, блюдок вонючий. Иди сюда, мразь. Две палки уже есть. Огромные полчища скелетов. Мне нужно найти грибы. Мне это инфриты не особо нужны. Че, под грибами ты будешь ловчее? Дай мне один факел. В руку возьму его. Они не лучники, кстати, это слабачки. Да, только они дают дебаф иссушения. Да, вот это, конечно, неприятно. Учитывая то, что я просрал свое молоко. Дай один факел. Можешь не один, можешь побольше. Хотел половину тебе дать, но потом вспомнил, как ты слился так легко. Так, здесь еще один нефритовый спавнер. В скелета попал, и он горит тебе, бедолага. Не повезло. Я умер, короче. Картос убит фаерболом в сполох. Это зачитывайте не обязательно, Саня. Прямо всполох. Читать такое не обязательно. Не нужно даже. Не нужно. А теперь ловкий боец нападает на инфрит. И забирает то, что ему полагается. Давай, свин, блочь его. Так этих ублюдков.